Так, видео у меня сорвалось, потому что я чуть не уронила телефон. Но, слава богу, не уронила. Фух. Едем домой. Там, наверное, все спят, надо будет шепотом. Это, конечно, очень тяжело. Хотела зеркало показать. Вот, сзади зеркало. Какой у меня рюкзак большой. Все, идем в лифт. Едем домой. Такой огромный лифт. Фух. Еще мама должна позвонить. Написала ей смс-ку, не знаю. Получила она ее, не получила. Интернет, кстати, у меня по входу сам активировался, потому что у меня сегодня должен был отключиться интернет, но он не отключился. Я вчера успела благополучно пополнить. Я уже говорила, что безлимит стоит на месяц 50 злотых. Вот, идем по подъезду. У нас, кстати, в подъезде, там, где стояли точки, поменяли уже композицию, теперь там стоит такой вазон, что ли. Волосы электризовались. Сейчас покажу вам этот вазон с шишками. Хотела поделать трансляции, поскольку подключила безлимитный интернет. Но я так понимаю, что трансляции не очень. Вы хоть напишите, как, что. Может, кто-то хочет все-таки пообщаться, что-то узнать. Я с удовольствием пообщаюсь. Правда, не знаю, какое время нужно выбрать для трансляции. Вот. Мне что-то кажется, быстрее я сделаю трансляцию, когда приеду обратно на Украину. Здесь так композиция и осталась. А вот здесь вот, на этой тумбочке, вот стоит вазон с шишками. Еще гирлянда. Ну, я пока не видела, чтобы гирлянду включали. Все, ребят, я добралась. Всем спасибо. Всем пока. Всем хорошего настроения, позитива, любви, счастья, мира. Всего самого хорошего. Вот. Целую вас. До встречи в новых видео. Пока-пока. Еще раз повторите. Днем рождения нашего Нуля. Ура! Здоровья тебе, счастья, удачи, любви. Всего-всего-всего-всего. Вас снимать можно? Не надо. Сразу. Да я не снимала, не переживайте. Что вы тут? Нормально. Не спите? Ой, идея пропала. Я ходила по магазинам. Такой день сегодня у меня. Как я могу дома сидеть? Ясно. Тебе я по заказу сегодня выходные дали. Выходной дали? Не, ну вы же сегодня выходные. Ну да. Ну, по заказу. Ой, пытаюсь разуться, не могу.